когда освободится пространство, потому что по факту у тебя хочет фармить и сейф, и ТБ, и сапики, которые... Вот и экспа, как ты верно хотел. Но как забрать ту же Нагу, до конца не ясно, потому что это один из немногих героев, который может в своей линии оставаться очень-очень надолго и даже моментами нападать. Правда, Лу здесь погибает все-таки. Возможно, это было чрезмерно активное действие от него. Ладно, Виверна страдает, конечно, в ответ, но успевает скрыться. Тини уже убили, ну и птица продолжает кошмарить Дивая. Не добивают Лича, отходит назад. Размен неплохой, правда, Фрэнк тоже должен пострадать от Никса. Замечательный сумма. Цеф купил себе провала, мы его в драках особо не замечали, кроме той, где он пытался скастовать Реквием под комбинацию. Ну, кстати, на него там вроде как напали. Да, Сайленс вынужден для устайл нажать Реквием, но круто, папарацци до конца держал Сало, чтобы добить таки. Финдай, у него получается это сделать. Приходит Михаэль, но нападать бессмысленно. Первый подцеп был бы поприятнее, конечно, но тут уж как повезет, на самом деле. И YW все-таки пока без БНК, поэтому цель он не выбирает, он просто ближайшего соперника и пытается его доказать. Ну, Михаил круто двигается, он пытается ревелить, обратите внимание, но немного не с той стороны, поэтому подставляется и Сэп, и тот самый Тани. Это будет очередные два фрага, идеальная вылазка от команды Истин. Не нажался у нас в цель, да стоп. У нас фулдаун так рано покинут на квалификации последнего шанса. Будет тельтабаза. PYW замахивается импейлом. И, кстати, если бы команда находилась рядом, какой-нибудь дополнительный блинк реально могли бы стереть этого паркера. Но не будем забывать, что там уже БКБ. Нашел цель гораздо поприятнее. Это Винтер Виверна. Ее убить можно за долю секунды. Ни курсу, ничего. Дракон не нажимает. Стенка полетела, кстати говоря. Паркер пытается убежать. У него все еще есть манта и БКБ. Пора бы нажимать, наверное, эти кнопки. Иначе стан он просто лопается от Никса. PYW в соло закрывает первую позицию вражеской команды. Три убийства. Размен лишь на Егиду Бессмертия, которая и так подходила к концу. Лео Стайла загоняют вплоть под трон. Будет лопаться он. Последний представитель. Бывает, открывается первым номером. Прожимает Карапаси. Стан по шану Финду. И, скорее всего, даже забирать, если не курса, который спасает пока что. Кстати говоря, и ультимейт Виверна был просто идеальный, но даже он не способен забрать папарацци. Носит в итоге PYW, ломает немножечко бэклайн. Пока что в Extreme Gaming все герои живы, чего не скажешь про Infamous. Потеряли они уже Траблейда. Встрял здесь в очень неприятную историю Визаж. Не знаю, догонит его или нет. Там вроде как Никсевича очередной. Ну ты без этого хватает демеджа, вроде как. Да, Визажа убьют, и в очередной раз китайцы тушат своих оппонентов под троном, я не знаю, Infamous. Ну, наверное, если бы это не были квалификации последнего шанса на The International, уже бы прописали Good Game. Да, совершенно. Создавая иллюзию, будто бы он тут один, но Extreme-то понимает, что ТБ в соло бы так не вышел на главных центрах, которые они так долго не могли забрать. Возможно, вот это криптонит, возможно, это первая ступенька, сломать этот тавер. Не дают сделать очередной ненажатое БКБ. Куча демеджа по Траблейду, нажимает центр, кстати говоря, неплохой по голову Леону, пытается телепортироваться отсюда. Лев, кстати, временем закрывает Дарксира, как очень много урона. Он бы сейчас дал курсу по PYW какую-нибудь, забрал бы саппортом. Время. Это все очень важные микромоменты, которых просто нет. Рошан падает, плюс Егида Бессмертия, плюс Шар. Преимущество Extreme Gaming закрепляется, и по факту осталось сломать все на все две стороны. В принципе, игра уже будет. 3500. Она уже настолько огромная, что есть лепачок. Опа, а вот та самая курса. Правда, бьет Old Eleven, у них которого тычка такая, не особо жесткая. А вот то, что уцепили здесь Траблейда, это, извините меня, проблемы. Ой, какой вакуум. Всего трех героев плодится огромное количество иллюзий. За счет Рейквима, конечно, они погибают, но тем не менее, уже потеряли Визажа на 40 секунд. Туда же отправляется Виверна, она байкс, но будет уже без курсы. Траблейд, надо как-то выжить. Погибает, есть байк. Форум потратил, нету просто ресурсов хотя бы каких-то инфама, чтобы подраться, чтобы сделать хотя бы что-то. Они эти иллюзии наги даже убивают пол своей жизни. Потерян был экзорцизм. Наверное, потерялся немножко прям уша базы. Но поможет ли это команде Infamous? Просто нет реквиме, уже и не скомбинишь как. Можно было помнить одного героя, попытаться его тренировать. Да, не могу. И вот та самая попытка от Тини прыгает за гемом и, скорее всего, потеряется вместе с Тайни. Знаешь, даже на то, что, несмотря на то, что герой без физма, чтобы строения падали максимально быстро, партнер стоит на страже. Ну, я вот говорю, посмотри на иллюзии, даже их убивают, они с огромной проблемой.
от Виверны. Мув, последняя надежда. Курса неплохая, поубивай дабл, и, возможно, Нагас придет своего тиммейта. И тут промашка, ведь есть аудиск, а вот прыжок от Неустайла не заставит себя долго ждать. Лопнули они все-таки Никса, готовы сражаться в большинстве. Моментальный сон, стенка, позиция потеряна. Не поджимаемся в КБ, Неустайл скорее всего здесь убьют, хотя Тимур пытается сейвить его изо всех сил. Как же они борются, как же они цепляются.